Вот согласно информации Минсельхоза, по состоянию на сегодняшний день, 7 октября, в Казахстане убрано 94% всех площадей зерновых и зернобобовых, то есть 15 миллионов 674 гектара из более чем 16,5. Иными словами, осталось собрать менее миллиона гектаров зерновых. Что касается других культур, то овощей собрано больше 84,5%, масличных культур 30%, сахарной свеклы 23%. Тем временем синоптики прогнозируют на большей части территории нашей страны ясную погоду без осадков. По данным Казгидромета, дожди пройдут только на юге и юго-западе республики. В горных районах есть вероятность выпадения снега.